Армянские телеграм-каналы распространяют информацию о том, что для армян, проживавших в Карабахском экономическом районе Азербайджана в Ереване, места нет. Вот что пишет армянский сегмент. Лица армянского происхождения, ранее проживавшие в Ханкенде, должны будут либо принять гражданство Азербайджана и жить под юрисдикцией Азербайджана, либо смогут выехать через Баку, где по каждому будет проведено расследование. И только в случае того, если Баку решит, что тот или иной человек ни в чем не виновен, он сможет вернуться в Армению. Само собой, полагает источник, 95% мужского населения выехать через Баку не смогут. Было наивно полагать, что Пашинян пустит армян в Ереван, ведь он боится их как огня. А после окончательной потери места жительства никакие красные береты и светошумные гранаты не остановят их, пишут армянские телеграм-каналы. Насколько вышеприведенные соответствуют действительности, судить сложно. Но в СМИ не раз появлялись публикации о том, когда же переехавшим в Армению после 44-дневной войны не были предоставлены никакие льготы. И тем более жилье. Карабахским Пашинян не рад давно. А переселенцев, видимо, считает априори апологетами своих скандальных предшественников – Кочаряна и Саргсяна, так называемого преступного карабахского клана. Что же о 95% населения, которые автоматически вне закона в Азербайджане, авторы явно сгущают краски и не сильно осведомлены о юридической стороне подобных вопросов согласно мировой практике.